Сегодня 27 июня 2024 года. Четверг. Сплошная неделя перед постом. Это вот перегнивший. Это где денег овечий был. Все перегнило давно. Владимир Александрович Пащенко. Вот так. Что, давайте я засниму вас. Окрестность какая чудесная. Там он, где сухие эти сучки, туда пролетают не выше, а прямо в эту дыру. Мои голуби. Я видел, 5 штук пролетели. Поели у Игоря в складе, там, видимо, где-то сбоку. Вот. А это теперь что? Мотоблок. Как бы не мотоблок, тут бы ой-ой-ой. А так нормально. Это мы засыпаем, чтобы земля не лопалась после полива. Ну и как удобрение тоже хорошее. Видишь как? Я называю это здесь пилюля для от бессонницы. Вот день там помашешься здесь. Вечером только разделся, то ли на кровати не лежал, то ли под кроватью, даже не сразу сообразишь. Ой-ой-ой. Да все. Вот здесь. Все, хватит. Все. Дальше пошел. Дойди, пожалуйста, потрать время на сестру нашу. Надо отогнать. Давай-ка вперед. Давайте. Толкайте. Пошел дальше. Это у нас такая вот, и вторая вот тоже, мы уже, Игнатий Тихонович засыпал ее, лука. Это чеснок еще осенний растет. Матушка посадила. Это капустка небольшая была, рассада у нас. Еще посадим, так уже помельче рассада будет. Это вот, сестра пропала, вот арбузики. Вот. В этом году мы позже все садили. Морковка тоже мелкая еще в этом году. Это я уже засыпал их тут. Две грядки перегноя. А вот не засыпанные еще. И помидорчики тоже надо будет засыпать. Потому что земля лопается. Вон какая, трещины какие. Приходится чем-то закрывать ее, чтобы не лопалось. Ну, сестра Лариса, рассказывайте, как вам здесь на огороде? Лучше, о! Ты опять с камерой. Ну, опять, да. Послушание несу. Да, лучше, чем возле печки. Лучше, тут, да? Да, песни поют птицы, комары тебя кусают, жужжат, говорят, не сильно расстраивайся. Вот, хорошо, всех призываю на работу в Потеряевку. Драйв невероятно какой. Да-да. Сразу все омолодеют, оздоровятся. Вообще хорошо. Сегодня измерила грядки 47 моих шагов. Да? Да. Дома приеду, обязательно такую сделаю. В память о Потеряевке. Да. Там вот 62 метра. 62? Вот эти, с луком. Ты хочешь, чтоб я сейчас упала? Ну, она не полностью, там немножко я не сначала посадил. Это Георгий Пахмутов приезжал, он замерял шагами тоже. 62 метра, вот это вот, большие, длинные. А если мерить, знаешь, как вот в мультфильме, удавами или чем-то еще, помнишь, да? Да-да-да. 48 попугаев и с хвостиком. Так вот. Ну все, помоги Господь. Слава Христу. Слава Христу. Вот я
Вот земля лопается, сейчас буду тоже засыпать ее, чтобы она не лопалась. Так вот. Ну все, в принципе. Еще капусту высадим. И... Вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.